протянула нитку в иголку, поднимаешь лапку и смотри, рукой просто прокручиваешь один раз стежок. Прокрутила. И не получилось сейчас, подожди. Вот. А что должно получить? Ты вытащила нижнюю веревочку. А, окей. Вот, все. У тебя теперь нижняя и верхняя, все на теперь две сверху. Веревочки. Их просовываешь под лапку туда. И закрываешь вот эту вот коморку. Вот так. Все. Готова машинка шить.